Кубанское казачество сильно как своими традициями, верностью корням, так и популярностью казачьих идей в молодежной среде. На подрастающее поколение возлагается особая надежда в том, что они крепко возьмут в руки знамя казачьего движения и пойдут с ним дальше. Не так давно в нашем районе, как и во всем крае, создан Союз казачьей молодежи Кубани. Новое детско-юношеское общественное движение активно действует, зарабатывает авторитет в молодежной среде. Первый слет Славянского отделения Союза, который состоялся в зале городского дома культуры, был призван показать, что объединение усилий идет на благо. Подходя к созданию Союза казачьей молодежи Кубани, ставилась задача сформировать не очередную общественную организацию, работающую в рамках одного направления, а полноценную структуру, охватывающую все сферы деятельности нашей молодежи. Сегодня мы являемся участниками первого слета Славянского районного отделения Союза казачьей молодежи Кубани, который объединит нашу молодежь. Александр Заволока открыл слет. После торжественного внесения флагов России и Кубани и краткого молебна участников слета приветствовал исполняющий обязанности начальника управления образования района Олег Синтищев, который рассказал о важности сотрудничества школ с казачеством, о расширении числа казачьих классов, о многочисленных проведенных мероприятиях этой направленности. Будущее казачьей молодежи в ее собственных руках. Дорогие ребята! Необходимо четко понимать, что будущее кубанского казачества и Кубани в целом зависит от каждого из вас. Именно вам выпала честь творить историю своей родины, и Союз казачьей молодежи станет надежной опорой для реализации ваших целей. Важным событием слета и рождением новой традиции стало одновременное посвящение в казаки и принятие в ряды Союза казачьей молодежи учащихся 2 класса 16 школы. Ребята очень волновались, получая книжку казака и значок члена Союза. Такое не забывается. Я очень рада, что меня приняли в число казаков, и мне нравится быть командиром. Атаман школы рад пополнению казачьих рядов. Казачество для него не пустой для сердца звук. Мне казачество очень дорого. Оно отвечает нашим традициям. Казаки раньше работали, вставали на защиту, воевали. Это охрана, это помощь тем, кто нуждаются в этом. А казаки – это всегда они в первом ряду, и они всегда помогут. Молодежь в казачестве находит свои жизненные идеалы и готова развивать движение дальше. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».